В России могут отменить эвакуацию автомобилей из-под знака «Стоянка запрещена». Правозащитники считают это бизнесом чиновников больших городов и поддерживают инициативу депутатов Государственной Думы, которые предложили внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и частично отменить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. На крайние меры предлагают идти только в том случае, если неправильно припаркованный автомобиль создает реальные проблемы. В других случаях водителей за стоянку под знаком предлагают только штрафовать. И главное, федеральная ГИБДД не против. Законопроект может быть рассмотрен уже в начале мая. По данным Генпрокуратуры, 600 тысяч штрафных постановлений на сумму почти 2 миллиарда рублей были выписаны в Москве с нарушениями. На этих данных и основана идея депутатов, только власти городов-миллионников не согласны. Считают, если машины нарушителей не увозить на штрафстоянку, то это приведет к ухудшению дорожной ситуации. А простые штрафы, как показывает практика, на водителей не действуют. Наши красноярские дорожные полицейские не берутся прогнозировать дорожную обстановку без эвакуаторов, а только приводят цифры. За 4 месяца этого года в Красноярске из-под знаков забрали 8217 автомобилей. Это от 500 до 1000 нарушителей в день. Общая сумма штрафа 12 миллионов рублей.